салат. Салат называется витамин. То есть у нас салат входит яблоко, апельсин, рукола, помидоры черри. Все это заправляется соком лимона и оливкового масла. Начнем процесс, да? То есть наш первый ингредиент – это яблоко. Нам надо будет очистить яблоко от кожуры и от семечки. Начнем процесс. Нарезаем яблоко, теперь мы опускаем в холодную воду и добавляем, выжимаем сок лимона. Для чего? Для того, чтобы яблоко не почернело. То есть у нас яблоко уже пока стоит, она должна состоять из 5. Мы подготовим на салат. У нас ингредиенты. Вот рукола уже почти, она промытая. Обработанные простой. Теперь мы просто собираем салат. Салат простой, очень вкусный. Витамин можно вводить. Нарезаем апельсин, очищаем от кожуры и от семечек. Помидоры черри тоже нарезаем на четвертинки, то есть это отлично. Теперь мы заправляем наш салат. Заправляем наш салат. То есть мы уже яблоко добавили. Размешиваем салат. Желательно размешать ее руками, потому что листья могут сломаться. Все, мы собрали свой салат, добавили яблоко. Теперь мы добавили соль, зелень, оливковое масло и выдавим